Всем привет, с вами Андрей Сонар, и вот настал долгожданный день бот-парада. Бот-парад не проводился уже 2 года подряд, и сейчас все заждались, все хотят этот бот-парад. Я приехал на свое место слипа, тут никого нет, а на том берегу можно уже наблюдать собирающихся на бот-парад в официальном месте. Кто не знает, бот-парад – это ежегодное мероприятие, устраиваемое питерским клубом рыбаков ПКР. Пожалуй, самое масштабное мероприятие, самое зрелищное, когда сотни лодок идут по главным рекам Санкт-Петербурга. Как обычно, будет немножко экстремально, потому что стоячие волны, которые раскачиваются при прохождении колонны, очень-очень серьезные. Ну, обо всем по порядку. Погнали собирать лодку. Теперь на моей лодке, как на приличном судне, судовой гудок есть. Работает, аж оглушило. О, едем! Вот я уже на месте старта. Готовимся, получил номера на лодку, ветерок дует хороший такой, так что где-нибудь в Большой Неве будет весело, особенно с моим парусом. Парусы, адмирал будет командовать на выход, уходить не по кругу. Скоро старт, готовимся. Самые жестяные волны подмостовые. Идем, волны жесть, конечно, хорошо намутили.
красотища какая! Сотни лодок идут по Неве, надувные лодки, рыбы, небольшие катерочки. Это наш питерский! Вот парад! Ура, товарищи! Так, сумку сюда. Необходимо. Я не буду приседать. Для согревания 10 приседаний. Кровь разогнать надо. Давай, давай. 10 приседаний. Быстро. 5. Молодец. 6. Молодец. 7. 8. 8. 9. Все. Нет, давай, давай. Еще разок. 10. Так, еще, видишь, хорошо пошло. Давай еще дальше. Ну что, теплее стало? Конечно, жесть была. Все камеры отказали, все камеры залило. Кронштейны вон камерам все пообломало. Волна была, конечно, жесть. Бот-парад прошел. Удовольствие офигенное. Ну, наверное, моему пассажиру. Пассажир, скажи, пожалуйста, наверное, тебе не очень удовольствие было? Мокровато, да? Мокровато. Мокровато. Но теперь вот у пассажира моя куртка, и пассажиру хорошо. Сейчас вроде как тут обещают накормить, и будет совсем хорошо. И вот уже накормили. Мы молодцы. Это уникальное мероприятие, которого больше никто не делает, потому что больше никому не разрешают. Вот. Но мы лучше всех. И мы показали высокую степень организации и высокую степень владения водномоторными техническими средствами. Вот. Юль читает, крой личико. Ни за что. И немного о том, почему этой лодке не страшно заливание. Это вид со стороны днища. А я смотрю со стороны кокпита. Вот здесь вот такие огромные туннели, через которые любое количество воды запросто вытекает моментально обратно в водоем. Вот так. Хочу отдельно отметить наши кранцы, которые защитили лодку от столкновений с твердыми причалами. Очень хорошее, недорогое и легкое решение. Надувные кранцы. Можно делать разных цветов и разных размеров. В сложенном состоянии кранец занимает очень мало места. Практически с полулитровую бутылочку. С вами был Андрей Санар и Элен Медоуз. Всем пока!